Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас наконец-то докачался еще один герой на 20-й прорыв. Я так немножко протестил. Сделал вам спойлер, это просто жесть, ребят. То, что вы видите дальше на обзоре, честно говоря, просто аут. Я бы так это назвал, потому что, ну, я не знаю, против такого героя вы ни хрена не сделаете, я вам сразу же говорю. Единственное, там как-то обстоятельства планеты там куда-то зайдут, не знаю, ну просто нереально будет убить вот такую вот фраю. Посмотрите на урон, ребят. 24 тысячи урона. 34 тысячи урона. Ну, вот дальше я просто не буду рассказывать, увидите уже все на обзоре, это просто бешеный герой. Ну, силушка, как видите, у меня уже тоже немножко выросла. Так, окей. Что у нас сегодня по плану? Что там у меня осталось? Луки. Давайте заберем, чтобы не пропали. А то у меня очень много итемов уже опять попропадало. Вот так. Про коробки уйдут в перелимит. Так, use. Так, хорошо. С этим разобрались, поехали. Bingo Blast. Что у нас тут дают? О, кстати, неплохие награды такие. А что в сундучках дают? На архе. Карту. Вот, кстати, отсюда карты мне очень неплохо падали. Надо забирать однозначно. Понятно все. Опять у меня эти в перелимите. Как же это уже надоело-то, а? Я надеюсь, они в ближайшее одно. О, ничего себе, 30 сапогов. Это круто. Так, окей. Ничего себе, даже карту вытащили. 20. Ну, тут явно покруче, чем на русском падает. Видите, сколько расходников разных падает. Такс. Такс. Поехали, добьем. Ну, 100. На карту. Интересно, карту когда поменять. Давно уже фон они не добавляли. Пора бы уже что-то освежить. Так, ну, к сожалению, карту на архи мы не вытащили. Вот так вот вытащили. Не, к сожалению, все-таки вытащили. Так, отлично. Так, 20. Так, все. Опять перелимит. Ну, хоть карту вытащили. Это радует. Так, окей, поехали посмотрим, что там у нас еще сегодня по акциям. Интересно, есть покупки, руны. Ну, Dragon Orbs. Поехали посмотрим, что тут у нас. Что у нас Dragon Orbs? Говорят, 23 попытки. Все то же самое, 70 осколков. Ну, здесь огника уже собрать, это не есть проблема. Так. Ну, видите, эссенции разные дают, все, что хочешь. Посмотрим, что же мы все-таки сможем собрать. Сколько у нас там 23 попытки было. Тоже, кстати, довольно-таки неплохая акция. Давали бы такие акции на русском сервере. Было бы поинтереснее как-то. Но, к сожалению, у нас все печально.
Анубиса собрали уже. Дают обменять. Неплохо. Интересно, что еще. Можем. 9 попыток осталось. Та-та-та-та-та. Так, ну давай, давай, давай. Так, ну что мы можем получить? Либо Анубиса. А, нет, мы можем на новый больше получить. Так, эссенция, то мне надо. Ну, заберем, наверное, отсюда лучше всего это. Такой вариант, раскол. Все. И на этом вся акция закончилась. Так, мистические подарки забрали. Блоссоми бонус. Поехали посмотрим, что тут у нас сегодня интересного. А, тут можно вот так вот просто пооткрывать. Desk Knight выпал. Психощит опять. Desk Knight. Ну, отсюда, как видите, отсюда тоже его никого как-то словил. Santa Boom. Однообразные здесь призы и питомцы в баге. Ну, такое. Так, Treasure Chest. Ну, поехали тут посмотрим. Даже счастливое число есть. Так, смотрим, что тут. Тыковка. Орг. Так, Укротитель. Тантагун. Леди Лео. Памкин Дюк. Опять Укрот. Ну, тут хорошо, что можно вот так вот это делать, не заморачиваться. У нас там, кстати, сейчас будет, наверное, больше 60 призов, и остальные придут в вторую очередь, скорее всего. Да, так оно и будет сейчас. Да, видите, они все призы дали. Сейчас у меня вот эти все вот мелкие попропадают. Нафиг я перезайду. И потом добавят еще попозже. Так, ну, такое себе. Такое себе. Ну, радует, что мы наконец-то докачали. Осталось только докачать, я думаю, Сурика и Командору еще качнуть на 20-ку. Посмотреть, что же будет все-таки. Так. Смотрите, оп, магию показываю. Раз. И еще, видите. А те все плюшки убрались, книги пропали. Так, Spend and Win, Lucky Flipping, Smash. Ну, давайте еще в Smash забежим. Может, что-то здесь будет интересное. Молтаника, ничего себе, Dead Drake. Михаэль, Dead Drake. Prime Hero. Dead Drake, ну тут Dead Drake один, по-моему, падает в основном. Так, отличненько. С этим мы разобрались. Так, давайте идем посмотрим, что у нас по плюшкам на складе накопилось. Пооткрываем. Первое могу открывать, не могу. О, отлично. Ай, книги, книги, нет, 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 нет. Книги нам не надо открывать. Книги не хочу, хочу вот это пооткрывать. Сейчас по-любому книги упадут. Ну то, о чем я и говорил. Мне просто везет на них. Так. Давайте эти сумки пооткрываем. Посмотрим, что тут у нас есть. Ну, талантики, как видите, отсюда сыпят полным ходом. В принципе, здесь отсюда максимум, что мне надо, это руны. И то они и так все на максималке уже. Так, третье тоже пооткрываем. Смотрите, как изворотливость падает. Нифига себе. Сколько там у меня ее, я уже не знаю. Так, давайте вот эти
Чисто открываем. О, семерки упали, неплохо. Так, это у меня что, обычные семерки, это восьмерки. Ну, эти сундуки я не могу открывать, к сожалению. Потом, надеюсь, что-то починят у нас по ресурсам. Такс. Карточку вытащили, отлично. 46 изворотливости, это просто жесть. 50. 41 ремка. В общем, вот как-то так, ребят. Так живут без доната на английском сервере. Все, пишите комменты и ждите обзорчика, думаю, на эту имбу. Это реально очень жестко будет. Всем удачи, всем пока.